утратил доверие, лишился кресла. Госслужащих теперь смогут увольнять с такой формулировкой. Понятие внесли в закон по вопросам госслужбы. Поправки приняли сенаторы и отправили документ на подпись президенту. Уволенный по таким мотивам чиновник 3 года не сможет занимать официальные должности. По поручению администрации президента вводится институт освобождения должности политического служащего, ненадлежащим образом исполняющего свои полномочия в связи с утратой доверия. Решение о таком освобождении принимается только главой государства.